Странного мужчину, который ходил на улице Гончаренко, а еще кого-то высматривал, нашли и задержали сотрудники полиции. 46-летнего челябинца увезли на допрос и выяснили, почему он часами по вечерам там бродит и с кем ищет встречи. Накануне местные жители заподозрили этого человека в педофилии и домогательствах к детям. Как рассказала нашей редакции жительница соседнего дома, все произошло на глазах у 12-летнего друга ее сына. По словам мальчика, сначала незнакомец якобы пристал к девочке лет 5-6, а затем переключился на жертву постарше и принялся трогать ее якобы за интимные места. В это время подростка встречал на машине ее папа. Челябинец тут же бросился отбивать свою дочь. Местные жители рассказывают, что мужчину уже неоднократно видели возле школы и на улице Дзержинского. В городской полиции сообщили, что заявление к ним пока не поступало, но проверку начали и мужчину поймали. Факты совершения преступления в отношении несовершеннолетних не подтвердились. Сотрудниками отдела полиции Ленинский установлено, что в этом районе проживает его бывший тесть. И зная, что экс-супруга навещает его, пытается с ней встретиться. На допросе мужчина признался, что развелся несколько лет назад. Экс-супруга переехала и где сейчас живет, он не знает. Но на Гончаренко живет ее отец, которого она регулярно навещает. Поэтому мужчина караулит бывшую жену у подъезда, чтобы поговорить, наладить отношения и увидеть дочку. Последняя встреча закончилась дракой. Тем временем в Магнитогорске продолжаются поиски сторожа центральной городской ярмарки, которого заподозрили в развращении 13-летней девочки. Сообщается, что 24-летний мужчина сейчас в розыске. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства, при которых могла быть связь между подростком и охранником, не разглашаются.